Народ, в этом видео будет очень важная информация. Вы узнаете, как сделать так, чтобы все ваши сделки закрывались в плюс. Ну не все, чтобы 90% сделок у вас заходило в плюс. Пожалуйста, досмотрите это видео до конца. О, вот это вот новенькие. Привет всем, народ! Как же меня мотивирует запах денег? Я теперь знаю все, как пахнет евро, как пахнет доллар, как пахнут новые купюры, как пахнут старые купюры. И это круто, народ. Таким образом я притягиваю еще больше денег в свою жизнь. Это моя жизнь, это моя философия. Кому не интересно, не смотрите мой канал. Сейчас начинается летний сезон. И на моем канале только мотивация, только торговля, только успех, все самое лучшее. И, конечно же, деньги. Вот это вот, народ, это мотивация. Для чего я всегда показываю деньги в своих видео? Чтобы мотивировать людей, чтобы люди понимали, что можно жить по-другому, что можно путешествовать и работать с компа 2 часа в день и зарабатывать очень огромные деньги. И в то время, когда у меня не было денег, я себя старался окружать картинками красивой жизни. Я распечатывал доллары, я клеил их по всей квартире, и таким образом я их притянул в свою жизнь. Если бы народ нас в школе мотивировали вот такими вот пачками денег, дорогими какими-то машинами, красивыми картинками, вообще картинками красивой жизни, и говорили, вот если будешь учить английский, будет у тебя столько денег, вот тогда бы, народ, все учились. А так сейчас пока у нас очень хреновое образование. Итак, сегодня будет очень жесткое видео. Смотрите, у меня 400 тысяч, я сейчас заключу одну сделку на 400 тысяч вверх. Итак, готовы? Раз, два, три. Нет, такой херни, понятно, я делать не буду, потому что у меня есть мозги. Сегодня я давал сигналы и записал для вас очень крутую торговлю. Я торговал с двух компов. На одном компе я давал сигналы, а на маке я записывал видео. Итак, посмотрим, что получилось. Смотрите, здесь я зашел на просадке на одном аккаунте, а на следующем аккаунте я добил и зашел на развороте. Здесь я зашел на 5 минут на просадке, здесь я зашел на 3 минуты на развороте. Итак, какой главный секрет? Чтобы у вас всегда сделки заходили в плюс, заходите на просадке, да еще и на развороте. Это вот для новичков. Всегда заходите на просадке и на развороте. У вас все сигналы будут заходить. Кто торгует в моей закрытой группе, да и кто просто вообще торгует на рынке. Народ, для тех, кто не знает, у меня несколько аккаунтов. Я уже это давно говорил. Вот мой основной аккаунт, с которого я снимаю видео. Есть и другие аккаунты. На IQ Option, на Alimtrade, на Binomo. Вот. В этом видео я обо всем этом рассказал. Кому интересно, посмотрите, ссылку я оставлю в описании. Как не терять деньги и как распределять деньги. Не держите яйца в одной корзине, это очень важно. Мало ли что, народ, может случиться. Лучше положить по 2 миллиона на 5 аккаунтов, чем хранить 10 миллионов на одном аккаунте. Это очень важно. Все может в жизни произойти. Так что, народ, всегда лучше себя обезопасить. Зарегистрируйте аккаунт на родителей, на друзей, не нарушайте правила, пройдите верификацию, и все у вас будет отлично. А в этом видео, народ, я показываю, как я даю сигналы в своей закрытой группе, как я сигналю, как я анализирую рынок, как я делаю скрины. Кому интересно, тоже посмотрите, как я даю сигналы на Alimtrade по стратегии скальпинг. Ссылку я оставлю в описании. Итак, смотрим первый сигнал. У всех людей плюс. На старом компе, вот, видите, максимальная просадка, я заключаю на 5 минут на повышение. Потом перехожу я на Mac. Дождался разворот, подкрепляя разворотами, заключая на 3 минуты, и все сделки закрываются в плюс. Итак, в этой ситуации я уже поздно включил запись. Смотрите, максимальная просадка, начинается разворот, я заключаю сделки на повышение, но идет коррекция. Ситуация опасная, но ничего страшного. Здесь меня даже закрыли в плюс в один пункт. Сейчас я вам ускорю видео. Вот, смотрите, здесь меня закрывают в плюс в один пункт, и все сделки дальше закрываются в плюс. Просадка плюс разворот. Вот и все. Следующий сигнал, канадец, японский йен, вверх на 5 минут, заходим от просадки. Смотрите, здесь у нас шикарный коридор, и я от просадки заключаю на повышение. Идет пробой коридора, и здесь я уже корректирую, тоже заключаю на повышение. Перехожу на MAC, здесь я уже дождался максимальной точки, вот график упал. Начался разворот, и здесь я заключил две сделки по 20 тысяч. Смотрим. Я жду максимальную просадку, график опускается, продолжает опускаться. Вот максимальная просадка, разворот, и я заключаю сделку на повышение. И еще одну сделку заключаю на повышение. На 5 минут заключил две сделки по 20 тысяч. Вот и все. Здесь у нас есть уровень поддержки. Идет маленькая коррекция, но
разворот уже произошел. Вот, идет маленькая коррекция, ничего страшного. График возвращается, и теперь пойдет только вверх. Ускоряю видео. И здесь все сделки закрываются в плюс. Вот человек шикарно вошел в сигнал, все плюсы. У Алексеева тоже 6 плюсов. И смотрим последний сигнал тоже. Уровни поддержки и сопротивления, максимальная просадка к уровню поддержки. Я заключаю сделки на 5 минут на повышение. Потом перехожу на MAC, на этом аккаунте я пропустил вот эту вот маленькую коррекцию. График подошел еще ближе к уровню поддержки, начался разворот, и здесь я уже добил сделками по 10 тысяч на 2 минуты на повышение, и все шикарно. Итак, в этой ситуации я дождался опять максимальной просадки, график подошел к уровню поддержки. Вот, я жду разворот, выставляю на 10 тысяч и заключаю на повышение. Заключил две сделки, идет коррекция. Вот. График подходит к уровню, и я еще заключаю одну сделку на повышение, еще одну. Вот, видите, какой шикарный уровень здесь. Вот, подкорректировал уровень. И отсюда уже график уверенно пойдет на повышение. Вот, ускоряю видео. И тоже все сделки закрываются в плюс. Народ, просадка плюс разворот. Все сигналы у вас будут заходить в плюс. Я вам даю, что у вас 90% будет заходить в плюс. Вот такой вот получился шикарный день. Видите, у всех людей плюс. Здесь я написал, что сегодня торговал с двух компов с разных акр. Записал для вас видео. Если успею сегодня смонтировать, завтра выложу. Сейчас я начинаю монтировать. Вот такая вот торговля. Итак, давайте еще раз закрепим самый главный урок. Что самое главное? Это вот эта вот сочная котлета. Нет. Самое главное — это просадка. Всегда дождитесь просадки. Подкрепляйте ее разворотом, и все у вас будет отлично. Так что, народ, вот такое вот получилось видео. Учитесь, читайте, развивайтесь, набирайтесь опыта и никогда, никогда не сдавайтесь. Если вас что-то мотивирует, мотивируйтесь. Никогда никого не слушайте. Даже если это будет для окружающих смешно, пошлите вы всех в жопу. Это ваша жизнь, и жить только вам. Огромное вам спасибо за поддержку, подпишитесь на мой канал, я думаю, это видео для вас было реально полезным. Также подписывайтесь в Инсту, в Телеграм, все ссылки в описании. Также добро пожаловать всем в мою закрытую группу, вход абсолютно бесплатный, за вход с вас я денег не беру, вам просто нужно пополнить свой счет. Первая ссылка в описании, там вы можете делать что захотите, можете торговать, можете просто наблюдать за моими сигналами, можете учиться, весь выбор абсолютно за вами. Так что, народ, обязательно поставьте этому видео лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Всем удачной торговли, пока!